Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор воблера от японской компании Duo, модель Toto 48S. Воблеры Duo Toto 48 выпускаются в трех версиях, отличающихся по степени плавучести. Соответственно, есть версия плавающая, суспендер, а также Toto в тонущем исполнении. Ну и масса приманок, соответственно, составляет 2,3, 2,5 грамма и 3,7 грамма. На обзоре у меня Duo Toto 48S, как следует из названия, воблер тонущий. Напомню, масса его составляет 3,7 грамма, так заявляет производитель. Фактически масса данного экземпляра очень близка к заявленной и составляет 3,6 грамма. Поставляется приманка в небольшой такой вот компактной упаковке. Ну и, соответственно, как можно видеть, приманка представлена у меня в цвете D13. Ну и давайте теперь перейдем непосредственно к рассмотрению самой приманки. Это вот такой вот воблер, который может быть отнесен к классу Minnow. Воблер имеет невысокое тело. На спинке указано название модели, единственное, какой размер не указано. Есть, кстати, татошки в длине еще и 42 мм. Как можно видеть, воблер не широкий. В головной части установлена очень такая вот небольшая компактная лопатка, которая находится под углом 35 градусов. В передней петле воблера установлено небольшое заводное кольцо, которое имеет светлую окраску. Витки лежат плотно друг к другу. Заводное кольцо очень качественное, миниатюрное. Воблер оснащен двумя тройниками. Тройники сделаны из достаточно тонкой проволоки, компактные, 12 размера, очень острые. Воблер в своей начинке имеет огрузку в виде нескольких металлических шаров. Системы дальнего заброса воблер не имеет. На проводке издает вот такой вот звук. То есть достаточно негромкий. Приманка выпускается, ну, около двух десятков расцветок. Есть как натуральные цвета, так и яркие, кислотные, провокационные. Данный воблер отлично работает на реках, также его можно использовать и на водоемах со стоячей водой. Ну и также данного красавца можно использовать и при ловле морской рыбы, которая обитает в прибрежной части. Основные базовые проводки при ловле на Duo Toto 48S — это равномерная проводка, твичинг. Ну, собственно говоря, этими двумя проводками можно и ограничиться. Данная приманка имеет отличное качество изготовления, широкая цветовая палитра, воблер достаточно универсальный, позволяет ловить абсолютно разнообразную рыбу и пресноводную, такую как, например, форель, хариус, язь, голавль, так и морскую. То есть на данную приманку можно ловить, к примеру, в устьях рек сибасов, также на данный воблер прекрасно можно половить в Черном море морских карасей, ну и так далее. Приобрести Duo Toto 48S можно в интернет-магазине F-Magazine, ссылку оставлю внизу под видео. Также по промокоду РЕКА вы можете получить скидку до 20% на более чем 100 брендов, присутствующих в ассортименте интернет-магазина F-Magazine. Пользуйтесь, не забывайте. На этом все. Если видео полезно, то ставьте палец вверх. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!